моркови Fly VF1 высевают в легкие суглинистые и супесчаные почвы. Землю нужно поддерживать во влажном состоянии. Семена моркови Fly VF1 начинают прорастать при температуре от 3 до 4 градуса. Важно поддерживать почву во влажном состоянии. Созревание наступает в августе. Корнеплоды конической формы с тупым кончиком. В длину они достигают до 20 см. Поверхность гладкая, мякоть оранжевого окраса, очень сладкая на вкус. Этот гибридный сорт устойчив к атакам морковной мухи. Морковь Fly VF1 это травянистые. Форма у плода коническая. Цвет плода оранжевая. Вкус сладкий. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.